США. From the USA, Audrey Lou, Миша Митрофанов. Венгрия. From Hungary, Юлия Щетинина, Марк Маджер. Россия. From Russia, Дарья Павлюченко, Денис Хадыкин. Уважаемые спортсмены, вам разрешена разминка. You have 6 minutes for your warm-up. Ясмина Кадырова, Иван Вальченко. Ясмина Кадырова, Иван Вальченко, Россия. Дебютанты серии Гран-при. Тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Артура Мельчука и Тамары Москвиной. Ясмина Кадырова and Иван Вальченко from Russia are making their Гран-при debut. They train in St. Petersburg with Artur Mielchuk and Tamara Moskvina. США. Чемпионы США среди юниоров на национальном первенстве стали четвертыми. Тренируются под руководством Алексея Летова. Audrey Lou and Misha Mitrofanov from the USA are 2018 US Junior Champions, and they were placed fourth at the National Championships in 2021. Their coach is Алексей Летов. Марк Маджар, Венгрия. Многократные чемпионы Венгрии, участники чемпионата мира. Тренирует пару Дмитрий Савин. Юлия Щетинина and Марк Маджар from Hungary are multi-time national champions and participants of the World Championships. Their coach is Дмитрий Савин. Дарья Павлюченко, Денис Хадыкин, Россия. Бронзовые призеры чемпионата Европы 2020 года и чемпионатов России. Тренируются в Москве под руководством Сергея Доброскокова и Сергея Рослякова. В этом сезоне выступили на Гран-при Skate Canada, где завоевали серебро. Дарья Павлюченко and Денис Хадыкин from Russia are bronze medalists of the 2020 European Championships and of the Russian National Championships. They train in Moscow with Сергей Доброскоков and Сергей Рослякок. This season they were placed second in Skate Canada.
спортсмены. Осталась 1 минута до окончания разминки. The skaters, there's 1 minute left in this warm-up. Уважаемые спортсмены, ваша разминка окончена. Пожалуйста, покиньте лед. The skaters, your warm-up has ended. Please leave the ice. Дамы и господа, представители России. Ladies and gentlemen, representing Russia, Ясмина Кадырова, Иван Бальченко.
Кадырова, Иван Вальченко, Россия. Оценки, пожалуйста. Ясмина Кадырова, Иван Вальченко за короткую программу набирают 69,39, что является их лучшим результатом сезона. Ясмина Кадырова and Иван Вальченко from Russia have earned in the short program 69.39 points, which is their new season's best. Следующий налет приглашаются представители США. Next to skate, representing the USA, Audrey Liu, Misha Mitrofanov. Baby, can't you see I'm calling?
Одри Лу, Миша Митрофанов, США. Representing Hungary, Yulia Shitinina, Mark Madia. Шитинина, Марк Маджар, Венгрия.
Оценки, пожалуйста. The scores, please. Юлия Щетинина, Марк Маджер. За короткую программу набирают 63,99, что является их лучшим результатом сезона. На данный момент это третье место. Юлия Щетинина и Марк Маджер from Hungary have earned in the short program 63.99 points, which is their new season's best, and it brings them currently in the third place. Следующими на лед приглашаются представители России. Next to skate, representing Russia, Дарья Павлюченко, Денис Кадыкин.
Ноги, пожалуйста. The schools, please. Дарья Павлюченко, Денис Хадыкин за короткую программу набирают 73,91, что является их лучшим результатом сезона. На данный момент это первое место. Дарья Павлюченко и Денис Хадыкин from Russia have earned in the short program 73.91 points, which is their new season's best. It brings them currently in the first place. Приглашается вторая группа участников. Please welcome this second warm-up group. Из Австрии. From Austria, Miriam Ziegler, Severin Pieper. Италия. From Italy, Nicole Della Monica, Matteo Guarise. Canada. From Canada, Kirsten Moore Towers, Michael Marinero. Россия. From Russia, Anastasia Mishina, Alexander Galyamov. Уважаемые спортсмены, вам разрешается разминка. Dear skaters, you have 6 minutes for your warm-up. Miriam Ziegler, Severin Pieper, Австрия. Многократные чемпионы Австрии в парном катании. Участники Олимпийских игр, чемпионата мира и Европы. Тренирует Knut Schäfer, Юлия Пипер, сестра Северина Пипера. Miriam Ziegler and Severin Pieper from Austria are multi-time national champions. Participants of the Olympic Games. Their coaches are Kurt Schubert and Severin's sister, Julia Pieper. Николь Делла Моника, Матео Гуаризе, Италия. Многократные чемпионы Италии в парном катании. Участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Призеры этапов серии Гран-при. Николь Делла Моника и Матео Гуаризе из Италии are multi-time national champions, participants of the Olympic Games and Grand Prix medalists. At the World Championships in Stockholm, they were placed 8th. Мортауэрс и Майкл Маринеро, Канада. Чемпионы призеры Канады в парном катании. Участники Олимпийских игр и чемпионатов мира. Kirsten Moore Towers and Michael Marinero from Canada are national champions. Participants of the Olympic Games took silver and bronze at the Four Continents Tournament. Their coach is Bruno Mascotte. Анастасия Мишина и Александр Галямов, Россия. Чемпионы мира в парном катании. Победители призеры этапов серии Гран-при. Победители призеры чемпионатов мира среди юниоров.
тренируются в Петербурге в группе Тамары Москвиной и Артура Винчука. Anastasia Mishina and Alexander Galema from Russia are world champions, Grand Prix competition winners. They are world junior champions and medalists. They train in St. Petersburg in the group of Tamara Moskvina and Artur Vinchuk. Уважаемые спортсмены, осталось 1 минута до окончания разминки. Dear skaters, there is 1 minute left in this warm-up. Уважаемые спортсмены, ваша разминка окончена. Пожалуйста, покиньте лед. Dear skaters, your warm-up has ended. Please leave the ice. На лед приглашаются представители Австрии. Ladies and gentlemen, representing Austria, Miriam Ziegler, Severin Kiefer. Just
Мириам Циглер, Северин Кипер, Австрия. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And when the broken hearted people living in this world agree, Skate, representing Canada, Kirsten Moore Towers, Michael Marinero. Thank you.
Кёрстен Мур Тауэрс, Майкл Маринеро за короткую программу набирают 58.95. На данный момент это шестое место. Kirsten Mortowers and Michael Marinero from Canada have earned in the short program 58.95 points, which brings them currently in the sixth place. Следующими на лед приглашаются представители России. Next skate, representing Russia, Анастасия Мишина, Александр Галямов. Thank you.
Анастасия Мишина, Александр Галямов, Россия. Деньги, пожалуйста. Discourse, please. Анастасия Мишина, Александр Галямов. За короткую программу набирают 73,64 сотых. На данный момент это второе место. Анастасия Мишина и Александр Галямов from Russia have an initial program 73.64 points, which brings them currently in the second place. Так, уважаемые зрители, завершились соревнования спортивных пар в коротких программах. Соревнования продолжат выступление женщин в коротких программах. Ladies and gentlemen, this concludes the pairs short program competition. The next event is women's short program, which will take place after ice resurfacing. Соревнования продолжатся сразу же по окончании подготовки льда.